Я хочу сделать спектакль. Репетировать его на карантине, пока все сидят дома. И как только карантин заканчивается, бац, на тарелочке зрителю выдаем готовый продукт. Какой ты ебать, что ли? Какой такси? Че ты ебать, что все проекты закрыли? Дома сидеть, это апокалипсис. Я стучка, мы просто трахнем Москву с вами, извините, пожалуйста. Подожди. Пьесе надо ебать овцу?